Всем привет! Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг заявила сегодня, что низкие запасы угля угрожают стабильной работе энергоблоков теплостанций, что может спровоцировать аварию в объединенной энергосистеме Украины и привести к запуску графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей, ну то есть к веерному отключению. Вы поняли, к чему это, да? То есть смотрите, вернемся к санкциям против казака, который якобы занимался незаконным товарообменом между неподконтрольной территорией, тем самым обеспечивал потребность в угле, чтобы не было такой херни, которая произошла, и СНБО вводит против него санкции. А теперь, как следствие, нам грозит верное отключение энергии. Такими методами мы только себе хуже делаем, больше никому. Но да ладно. Зеленский сегодня собрал топовых менеджеров телеканалов и убеждал их, что, мол, бояться нечего, мы каналы никакие закрывать больше не будем. Ну, если вы будете, конечно, как послушные овцы, блеять только то, что угодно мне и посольству США. А в это же время, пока президент общался с медийщиками, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в стране еще много антиукраинских каналов. И их тоже нужно закрыть. Но им нужны там какие-то доказательства, а не эмоции. Вот такая вот она, демократия и свобода слова в Украине. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Всем спасибо.